Сводка дорожно-транспортных происшествий за пятницу и выходные дни пополнилась новыми автоавариями. Ранним утром пятницы в столице Мордовии вновь сбили пешехода и вновь наезд совершил водитель общественного транспорта, ехавший по 44-му маршруту. В 6 часов 20 минут на улице Волгоградская в Саранске 62-летний водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на 66-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Момент наезда попал на видеорегистратор автомобиля, который пропускал пешеходов. Пострадавшая женщина шла следом за предыдущим человеком, но, не доходя буквально метра до тротуара, была сбита автобусом. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пешеход с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, где ей была оказана медицинская помощь и назначено лечение, отпущена домой. По информации ГИБДД, водитель за рулем с 1984 года. В текущем году он привлекался к административной ответственности 10 раз, в том числе за управление автобусом с неисправностями. Это ДТП стало не единственной автоаварией за утро пятницы. В 6 часов 40 минут 54-летний водитель мусоровоза, выезжая со второстепенной дороги на главную, не справился с управлением и опрокинулся на правый бок. Шоферу потребовалась госпитализация. 11 ноября ДТП с пострадавшими зарегистрированы не были. В воскресенье 26-летний водитель Гранты отправил себя и 18-летнего пассажира на больничную койку. В 7 часов утра он не справился с управлением на дороге Рузаевка-Сузгарье-Ключерево и опрокинулся в кювет. У водителя взята кровь на анализ. В Старошайговском районе произошло столкновение «Волги», грузовой «Газели» и «Фуры». Виновником стал начинающий водитель на «Волге». 14 часов 50 минут на 152-м километре автодороги подъезд к городскому округу Саранск от федеральной автодороги М5 «Урал» 18-летний водитель автомашины ГАЗ-3110 не учел безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомашиной ГАЗ-2705, которая от удара отбросила на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом, после чего автомашину ГАЗ-2705 съехал в левый по ходу движения кювет. 57-летний пассажир грузовой «Газели» был госпитализирован. В отношении нарушителя был составлен материал за управление машиной, будучи не вписанным в страховой полис ОСАГО. Анастасия Есемышева, программа «Происшествия».